Ну вот, собственно, и кончилось лето. Школьники на детской площадке, школьники на улицах вон ходят. Люди практически разъехались. Если на пляже еще есть так, то уже в городе спокойно. Машины-то, конечно, машины еще попадаются, ну, с разных регионов, но уже белорусов много в этом году видела машин. Ну, Украина, понятно, но прям с каждым днем заметно, что сезон все заканчивается. И кот тут же спит. Вот они, товарищи, валяются. Неплохо вам живется около рябы магазина, да? Жара, дождей нет уже почти 2 месяца. Все, вон какое пожухлое. Последний раз попадали мы под дождь на Беляусе, но до Черноморска он так и не дошел. Все, уже и квас палатки закрыли. Ой, так странно вот это. Вон какие все кусты-то страшные. Странно, никак не могу привыкнуть к этому, что зимой пусто, в мае вдруг начинают приезжать люди, все лето вот эта кутерьма, народ, потом так же хоп-хоп-хоп, пошло-пошло на спад, и прям за, ну не знаю, прям за несколько дней. И все. И опять тишина. Вот дошла до своего любимого дворика. Давай посидеть тут, отдохнуть немножко. Но вот мысль-то у меня сегодня главная. Почему-то совсем не о том, что кончается курортный сезон. А о тишине и покое, скорее всего. Потому что и дома у меня теперь тишина. И мы уже так уже с Алинкой успокоились. Но позванивает. Дама мне жалуется, что денег мало, что хозяева не очень приятные люди. Ну, еще бы, конечно. Откуда ж они будут приятные, когда мы сами такие? И вот самое главное, что не взяла я ни селфи-палку, ничего. А так я буду ужасно, наверное, даже не знаю. Мои хорошие, я так вам благодарна. Вот серьезно. Если бы не вы, я просто вот... Я чуть с ума не сошла. Спасибо вам всем огромное. Не могу я прям, я сразу плакать начинаю. Спасибо вам, вы столько раз уже мне помогали, поддерживали меня прям морально. У меня самые лучшие подписчики. Спасибо вам. Вы даже не представляете, вот насколько мне дорого это для меня. Мне так... Меня так потрясает вот это вот отношение людей, блядь. Когда ты делаешь человеку добро,
А тебе потом в душу приют.